лапароскопическом отделении Камчатского онкологического диспансера с 2020 года внедрена и используется методика эндоскопической ультрасонографии, что представляет из себя следующее. То есть есть специальные эндоскопы, на конце которых находится, помимо камеры, да, которая дает эндоскопическое изображение нам на монитор, есть и ультразвуковой датчик. То есть проводится УЗИ через стенку органов, и есть возможность подойти очень близко к тем органам, которые скрыты чаще всего от остальных методов исследования. Чаще всего эта методика применяется для диагностики и в том числе лечения заболеваний поджелудочной железы, внепеченочных протоков печени. Также этот метод применяется для исследования стенки органов желудочно-кишечного тракта, желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки и толстой кишки. Сама по себе методика сложная, она очень трудозатратная. То есть процедура проводится, как правило, под наркозом. При проведении этой методики привлекаются анестезиолог, сестра анестезистка, эндоскопическая бригада. Достаточно часто к проведению этой методики привлекаются врачи, врач-цитолог и лаборант, потому что во время этой процедуры берется чаще всего материал, да, через, опять же, через эндоскоп, через стенку органов, берется материал на исследование. И это исследование проводится тут же в операционной. Методика сложная, очень, ну, при этом очень доказательная. То есть доказать, либо наоборот опровергнуть там, опухолевые заболевания поджелудочной железы, но лучше всего при помощи этого метода. Поэтому как бы, качество исследования вот этих органов с применением ультрасонографии, конечно же, возрастает.